Эх, как скучно. Как не вовремя вдохновение уехало в отпу. Вот ты где, жирный ленивый пельмень. Что? Какого черта ты просиживаешь здесь штаны? У тебя там новые люди появились. Какого лешего? А я здесь при чем? Чё разнылась, ленивый пельмень, иди ролик делать. Изверги, за что? Я до сих пор не понимаю, за что вы так со мной. Да заходи уже на канал, пельмень. Привет, малорики, с вами на связи Яна. Минутная пауза. Вы мои любимые мандаринки-кокосики. Спасибо вам за то, что заметили такого бездаря, как я. Минутная пауза закончена. Простите меня, что вот так пропадаю. Некоторые чертята меня поймут за вот такие понятия, как учеба, домашка и экзамены. Ну и моя лень. Что ж, с этим ясно, давайте перейдем к сути этого ролика. По названию видео, я покажу одну фишку в гача-клубе. Эта фишка называется «Как сделать беременного перса?». Сразу вам говорю, я все возможные аксессуары и шляпы пыталась сделать из них живот, но только один аксессуар подошел. И эта фишка работает на длинных платьях. Вот такой у нас сегодня манекен с длинной одеждой. Такую одежду я называю ночнушкой. Заходим в раздел «Аксессуары для лица» и выбираем вот этот клюв. Делаем вот такую комбинацию клюва. Затем делаем цвет клюва под цвет одежды. Вот что у нас получилось. Знаю, что выглядит не очень, уж простите меня, другого способа я элементарного не знаю. И еще раз прошу прощения за долгое отсутствие ролика и ожидания. И в качестве компенсации, давайте я сделаю старую добрую рубрику «Вопросы и задания». Но я немного поменяю ее, а именно вопросы и задания будут отдельно сниматься. Это как у некоторых ютуберов есть рубрика «Спроси персонажа». В моем случае, «Спроси персонажа» будут только вопросы, а также рубрика, где будут только задания, будет называться «Задание выполнено». И первое мы начнем с вопросов. Так что, малорики, нас 87 уже. Пожалуйста, отзовитесь и напишите под этим роликом «Только вопросы». Повторяю, «Только вопросы». Ну, на этом пока что все. Не забудьте про вопросы под этим видео оставить. С вами была Яна. До связи. Little children, the time's come to play here in my garden of shadows.